Отопление в квартирах горожан отключат, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении 5 дней составит плюс 8 градусов и выше. Пока этого нет. И прохождение отопительного сезона по-прежнему вопрос актуальный. По многоквартирному фонду, значит, за прошлую неделю в единую диспетчерскую службу поступило 37 обращений на предоставление коммунальных услуг отопления надлежащего качества. По 18 обращений в Центральный район, Западный 16 обращений, Первомайский 3. Руководителям управляющих компаний напомнили, в регионе полным ходом идет месячник по работе с должниками. О результатах говорить пока рано, но все руководители отчитались о том, что работа ведется. Что касается ресурсоснабжающих организаций, договоренность с газовиками достигнута. Пока отключать город от горячей воды не будут. Но Димитровградские котельные должны выдерживать составленные графики погашения задолженностей. Нас газовики проинформировали, что они, по-моему, 16 числа вводят ограничения. Я сегодня разговаривал с Манышевым, никакого ограничения вводиться 16 числа не будет. Параллельно с завершением этого отопительного сезона все учреждения, обслуживающие как социальную сферу, так и жилой фонд, должны начать готовиться к новому. Графики работ уже представлены в комитет по ЖКХ. Наталья Васильева, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.